очень тяжелая для нас. В перерыве, можно сказать, мы сыграли в ничью, счет оставался нулевым. После перерыва мы собрались, сделали рывок, но опять его упустили. Я просто благодарен своей команде за то, что все, особенно в концовке, выложились на полную. Самое сложное – это чувство концовки. Последняя минута, счет равный, и надо не ошибиться. Самое сложное в этой игре было отойти от поражения против ЦСКА в полуфинале. Но ребята молодцы, собрались. Мы много играем в этом сезоне концовок. И думаю, что заслуженно сегодня выиграли. Хочу сказать большое спасибо родителям детей. Также большое спасибо моей семье. Большое спасибо всему тренерскому штабу нашему. Они проделали колоссальную работу. Также хочу сказать слова благодарности всем тренерам, которые дали игроков на усиление. Всем первым тренерам каждого игрока. Это наша общая победа. Не только моя и нашей спортшколы, но и всей Московской области. Ребята большие молодцы. Проявили характер и добились того результата, который заслуживают. Потрясающая. Я уже не раз говорил, что это уникальный центр в России, молодежный тренировочный центр «Локомотив Кубани». Я думаю, всем нужно брать пример, и чтобы все топовые команды обзавелись таким центром для того, чтобы растить наше будущее поколение. Больше было матчей, которые шли в притирочку. Матч за пятое место шикарный получился, да, там одно очко Нижний Новгород выиграл. Матч за третье место решился в самой концовке. И финал, была борьба, Краснодар постоянно возвращался, сокращал в равный счет, сокращал до 4 очков и постоянно держал напряжение ЦСКА, но ЦСКА выглядел собраннее, выглядел более по-взрослому, показывал баскетбол. Высокий уровень игры идет от тренировочного процесса, от работы с детьми, от хорошей конкуренции. Ну и мотивация всегда быть первым, стараться доказать, что ты лучший. И хочется детей расти, развивать. Идем по плану, тренируемся, играем. Ну и хотел сказать огромное спасибо тренерскому всему штабу, тренеру по ФП, который приезжал, был с командой, много участвовал. Ну и, конечно, шестой игрок у нас приехали все родители поддержать команду, ну и, конечно, администрации ЦСКА и любимой семье своей. Подходили мы к финалу настроенные очень. Очень хотелось, конечно, победить, но в финале с самого начала что-то пошло не так, не получалось. Игра не шла ни в какую, надо было собраться. Но свою игру лично оценю, что мог лучше сыграть. Я попал в символическую пятерку, и это не может не радовать. Очень много впечатлений, команда старалась. Все же опять шло от защиты, от химии, друг друга поддерживали. Спасибо всем. Игра в начале игры у нас не удалась, наверное, не получалось что-то, но в раздевалке мы друг друга подбодрили, тренерский штаб нас завел, и мы вышли и сделали это. Да, спасибо большое моему тренеру по 11-му году Вячеславу Сергеевичу, индивидуальные с ним тренировки. Маме, папе спасибо за поддержку, спасибо папе, что приехал. Конечно, болельщики – это 90% успеха, спасибо, что они все приехали, нас поддержали. И не только болельщики, которые были в зале и за камерой, очень болели и нервничали за нас. Спасибо им большое.